Многие, конечно же, знают такого актера, как Игорь Верник. Как оказалось, у него имеется брат-близнец. Брата зовут Вадим. Так вот, разница в возрасте между Игорем и Вадимом всего лишь 15 минут. Наверное, многие заметили, что нет явной схожести во внешности между братьями. Но стоит Вадиму улыбнуться, и все становится на свои места. Чем же занимается в жизни брат Игоря Верника? Вадим работает главным редактором в журнале «Окей», а также ведет на канале «Культура» передачу «2 Верник 2». Любопытно, что брат Игоря Верника имеет опыт в съемках кино в таких кинолентах, как «Все просто» и «Мифы». Часто голос Вадима можно услышать на волнах радиостанций. Как и свой известный брат, Вадим любит вести публичный образ жизни. Он очень часто выступает в роли ведущего на разного рода мероприятиях. Свою вторую половинку брат Игоря Верника пока не нашел. Он не женат и детей не имеет. Видимо, жизнь в тени известного брата наложила свой отпечаток в жизни Вадима.